Шо за, шо? Кто это? Шо за заседание? А ты чего в этой машине сидишь? Мы тут все вместе. Ты если что, никуда не уедешь, я тебя запер. Чего, уже катнули лыжи? Давай, ничего не катать. Пошли катать. Мы сейчас оденемся и пойдем. Так пошли. Да? Да? А чем ты здесь занимаешься с 8 утра? Мы сейчас подойдем, Сань. Давай, подгребай. Коль, давай, натягивай там. Пока Коля выгребется. Я уже готов почти. Ты куда? Ты где столько лыж упер? Как это? Скейтинг классика в магазине. Где там можно? Здрасте. Это классика. Но не классика лыж. Это классика токсовского марафона. Легкий минус и много свежего снега. Сегодня ожидается сумасшедшее скольжение. Сейчас быстро-быстро надо попробовать лыжи. Переодеваться, и уже меньше часа остается до старта. А между тем, денек переставал быть томным. Сейчас мы с корешем катали лыжи, ему уже бежать на старт. А он попробовал мои, я попробовал его, после чего все, попрощались. Он схватил лыжи и куда-то убежал. Только он взял одну мою лыжу и одну вообще не мою лыжу. А его лыжи, они остались вот здесь тусоваться. Ладно, и трубку он не берет. Я надеюсь, мы сейчас созвонимся и поменяемся лыжами перед стартом. А, давайте расскажу, что мы делали. Короче, здесь лежит Vauhti Gold Fox, на этой паре Festa плюс 5-5. В принципе, Festa тоже неплохо, но Gold Fox выкатывает получше, поэтому... Короче, на Gold Fox поеду, если сейчас удастся обратно раздобыть свои лыжи. Санек, ты где? А вот и он, наш герой. Что вы скажете о моих лыжах? Нормальный вариант? Неплохо, сразу две. Одна две, правая. Причем разные. Причем на одной такое крепление, на другой. Ну-ка, поставь их рядом. Вот. Все, ну как обычно, предстартовый. Лыжи заточены на победу. Предстартовый этот мандраж, поэтому... Все. Сейчас, быстро, быстро, я сейчас... быстро не получится. Давай палки мои у тебя побудут. Давай, давай. Короче, бегом, бегом. Бежим менять лыжи перед стартом. Оп. Давай, давай. Современным ходом по арке. Только после этого мы работаем уже коньковым ходом. Будьте, пожалуйста, внимательны. Вас очень много на марафонской, на старте марафонской дистанции было большое падение, чтобы не было таких... Антох, кинь мой. Положи. Стартовой арке, но уже далее, далее. Раскатывайте, друзья, и показывайте все твое мастерство. Не против, я с вами встану? Если... Куда-нибудь. Против надо спрашивать тех, кто сзади, а не кто справа. Хорошо, вот я вас прошу, вы не против? Вы не против? Какая большая честь держать меня с вами. Палкой взад, так и надо. О, Александр, привет. Привет, привет. О. Новогодние вайбы. Будем старый-старый Новый год. Так, пульс 70. Дискотека! Дискотека!
Привет, привет! Аккуратно.
life. Through the darkness, I see your eyes and realize that I. Приезжаю.
забывалый спортсмен. Мастер World Open. Russia Open. Человек, который пробежал все, что можно. Конечно. Привет. Привет. Сам делал.
Давай!
я здесь. Спасибо.
myself this time. Step from the road to the sea to the sky. And I do believe that we rely on. When I lay it on, get the bread on. All my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh. I got your head. Да, триумфальный финиш состоялся. Почти два часа я телепался и вот добрел до финиша без 10 минут. Потрясающе. Так рад, что побежал 34. Так, только что мы выяснили, в чем причина отставания. Ты музыку зачем выключил? Я батарейка села. Батарейка села. Ты музыку выключил, и лыжи встали, да? Да, не, лыжи не встали. Не встали? Нормально ехали. Я за тобой ехал, мне да, все да, нормально да. Было. Да, 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 я понял. Ну, мы первый круг вместе проехали. Я думаю, ну и поедем, отлично, что. Я смотрю, Александр удирает. Я думаю, ну мы сейчас как бы по нему потянемся, когда ты обогнал. Мы что-то чуть-чуть подтянулись, но недалеко. Ну а потом все. Так, а вот состав, с которым мы бежали. Да. Ну ты вообще мощно раздавал. Да. Нормально шел. А что, колоночка, аккумулятор, да? Села, да, за один круг. Поэтому второй круг ехал в тишине, можно сказать.
загрустили без музыки, поэтому и не победили. Так-то у нас все шансы были заехать в призы. Ну да, чуть-чуть проиграли. Да. Вот, погода, смотрите, какая, восторг, восторг. Только что подумал, что вот с 11 года, нет, с 13 года я здесь бегаю этот марафон, и погода всегда вот такая. О. Приятного аппетита. Спасибо. Что дают? Саша, кашу. Блин, на твоих лыжах, на твоих палках бежали. Да? Да. А я на своих. Давай. Да. Это мой? Да, давай. Да, это мой. Фоткаемся. Давай. Саня. Давай. Друзья, вы, конечно же, помните, ту легендарную историю. Сейчас я вам расскажу. Кирилл, пару слов для прессы. Чего нет? Друзья, недавно я узнал уникальную историю. Вы же все помните тот легендарный финиш Елены Виальби в каком году? В 1997 году. И она финишировала с флагом. И вот этот вот парень, он подал ей флаг. Я нашел его. Не слушайте его, это все желтая пресса. Два года назад тот же самый эстафетный золотой состав. Ольга Данилова, Лариса Лазутина. Смотрите, вот Лене Виальби дают наш российский флаг, и Лена хочет, как она будет финишировать. В общем, а если серьезно, то... Да, это был я. Вот он подавал флаг и... Между прочим, есть флаг президента. Флаг президента подавал вот. Вон. И он вот до сих пор бодро бегает на лыжах. Хожу, участвую. Ну как участвует, он уже прибежал. Мне уже 60 лет, имею право участвовать. Оп. А сейчас мы с вами заглянем в святую святых Токсовского марафона. Это сервис ВАКС-кабина. Здесь что-то решают. Давайте вот обратимся к одному сервисеру. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, вы здесь лыжи мажете? Да, так, да. Марафон-то уже давно прошел, уже финишировали. Завтра целый день. Завтра? Да, да. А уже раз марафон прошел. Ребята Шаманя, да. Может быть, раскройте секрет? Нет, всем. Это всем нет. Зовут главному сервисмену, к Леониду. Леонид, так, поделись. По пару слов. Чем мажете вообще? Вот, на такую... Ну, это понятно, что не калом салом. Смотри, вот оно, волшебное средство. Где? Которое... О, вот смотрите, вот я вот на этом бежал сегодня, лыжи вообще перли. Ни хера не ехал. А вот и он, наш герой. Да, вот еще один. О! Ну-ка, сейчас мы возьмем интервью. Что это за марафон? Это что? 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 Как лыжи? Давайте сейчас. Первое впечатление. Лыжи ехали нормально. Я нормально. Просто на втором кругу чуть-чуть подтупливать начал. Да, тяжеловато было второй круг там. Так. Вот. Леха меня накатил. Дернул тебя? Дернул, и все, я даже не смог поддержать. Говорит, садись за мной. Я такой Подожди, смотрю. Смотри, вы Леху дернули. Вы дернули Гапонова сегодня. Леха, что такое? Фига себе. Вот это уровень. Вот это уровень. Нет, все дело в том, что Леха бежал 51, а вы 34. Вот и лайфхак. Лех, но все равно я рад, что я тебя обогнал. Я рад вас обрадовать. Мне нравится вот эта вот атмосфера раздевалки на улице. Где еще так отдохнешь? Тут вот лыжи, вот я вот если я не держу, они сейчас навернутся. Ну-ка, оп, и вправду наворачиваются. Это мои палки. Эй. Давай. Лешины лыжи. Вот это отдых. Вот. Еще не те лыжи. Да? Так это не твои лыжи. Это не мои лыжи. Ты чужие лыжи понес да. Домой. Вот собрался красавчик. Вот собрался уже чужие лыжи забирать. Зато теперь вы знаете, откуда у людей появляются новые лыжи. Так, вот раз. Мужчина, вы вообще ваши лыжи взяли? Конечно, вот. Ага, все так говорят, а потом хоп-хоп и с новыми гелиумами домой приходят. Теперь я понимаю, зачем наклеить. Тихо взял и пошел, получается, нашел. Ребята, вот она, кормящая мать, Анастасия, кормила меня, спасибо. Спасибо, да, это сервис, бригада, группа поддержки. Жена кормит, муж бежит. Да, все семейный подряд. Вот.
У нее, кстати, еще моя камера. Ты только камеру еще возьму. Ну-ка посмотрим, что у нее там. Ох, ничего себе, мешок. В рюкзаке моем сало и спички. И Тургенева 8 домов. Вот она. О, она. Спасибо. Продолжаем, продолжаем свой репортаж. Так, привет, спортсмены, вы в прямом эфире. Супер, сломали палку в этот раз. Какую? Которую покупал у тебя, кстати. Александр. Здравствуйте, торнадо сломал? Торнадо, да. Ну ты сам, наверное, кому-нибудь сунул между ног. Не, еще причем на последнем круге за километров, наверное, 10 до финиша ломается палка и все. Я два подъема без палки, потом ладно, Денис меня спас. Дал палку, ну было очень жестко на последнем круге. А ты 51, да, бежал? 51. Как? Ну, 2.30 получилось. Блин, ну бодро. Бодро. Лыжи вроде катили неплохо. Чё? Особенно в лесу. Чем готовил? Скигу. Скигол? Да, плюс 5, минус 8. Ну, хорошо, всю трассу отработал. Расседнул, кстати, хорошо лыжи. Круто. Ну, поздравляю, спасибо, с хорошим результатом. Спасибо большое. Да. Давай, удачи тебе. Если красивые фотки, то их делают вот здесь. Здесь же можно переодеться. Тут можно кашу откушать. Оп, опа. Нет никаких очередей. Ребят, что чем кормите? А у нас суп гороховый с мясом, с ребрышками. Вкусно. Вкусно, вкусно. Первый подъем. Ну, все хорошее рано или поздно заканчивается. Я уже подмерзаю, пора бежать, переодеваться, утепляться.